Я тут, не заходи сюда, дебил! А. О боже. Там дерево. Да ладно. А я думаю, что это такое-то не есть? Там оказывается дерево. Ты его не ударила. Меня здесь нету. Ну это что ты его ломаешь? Он вообще не на, ноль, на нуле был. Тебе жалко что ли было? Сейчас возьму его и опять починю. Че жалко что ли? Че тебе генератор жалко? Главное, на руин я жмочусь, а генератор так нет, надо ударить, то там 1% откатить. Ого! Как же я испугались, а. Ты же ведь не рядом, правда, где-то в поле? Ты просто думаешь, что я потом буду спасать Илюшу, что ли? Ой, и Вась, я тебя вижу, кстати. Я тоже. Мы на него такие пялимся, да? А, вот так. Подождите, дайте вам сфоткать. О, Женя, я тебя вижу. Женя, посмотри. Я тебя вижу. У меня же время никакое не течет, правильно? Я же не проигрываю сейчас стою. Я могу вступать в свой капкан? Ну да. И ты тоже же, ну как бы, будет слышно где-то из-за этого. Чего ты генератор работал? Я его 50 раз сломал. Ой. Я тоже сломал генератор. Ура! А ты где, Вась? Ты не пойдешь что ли смотреть? Ты же меня видел. Или я тебе может там показать на цифру 2, где я. Мне так и надо было убивать, вот говно. Я сам услышу где ты. Да, Лёва, ты чё, коня взял? Да. С коняхой, да? Да блин, я застрял, как только можно было. Коняха. Где Илья? Ну, тут я, наверное, показалось. Да блин, я ж не играл. А серьёзно, уж тем более не играл. Ты видишь это? Я стрелял. Ты чё, я прям к тебе под юбку зашёл? Я просто слышу звук. На фантом, Саня, по текстурам-то бродит, не? Я же говорю, я застреваю на этом камне. Такой тотем заложил. Само что? Само что? Что, сама? Сломалось что-то? Нет, я наоборот, мне показалось, что это само починилось. Да, само починил. Само починил. Я помог починить. Ну? Ну жди, я медленно ввожу, это ж телефон. Ёп! О, чё, тебе то же самое? Это чё за хрень? Я не знаю, это ЛС. О, папины дочки. Ну подождите. Какого х... Яндекс рассадник педофилии. Чё? Тут даже... Тут реально голая девочка. У них черные эти квадратики с цензуры, но блин, она же. Жаль, я там уже до речи потерял. Тут мужик с какашкой в башке, какашка в форме члена. Что? О, у него не около ворот респаунились. Давай. Как выйти отсюда? Я не хочу задержать, они меня отследят. Ого! Меня перила спасло! Чините быстрее, у меня адреналин! Спасибо! Спасибо! Вот это чё? Да, я полечился. Ааа, я сейчас... Только не на ед! Она промазала! Ааа! А чё ты не открываешь? Это не я, это... Он чё-то решил не открывать, он решил сломать крюк просто. Ой-ой-ой, только не на ед! На ед! А как, что, подожди, а какого хрена?
Так он шотки не... Не, а почему он подсветился? Он не должен был подсвечиваться. Потому что это урон. На яд работает вот так. Он же типа показывает... При получении урона ты знаешь, какие на тебе эффекты есть. Это было максимально странно. Накидает топор, и нам показывается, что у него на яд. Ну посмотри на меня хотя бы. Ну посмотри мне в глаза. Давай поговорим. По-мужски. Ну, генератор! По-мужски! Давай поговорим. По-мужски. Че, обижаться вздумала, да? Топор. Взял один, появилось пять. Вот это я могу. Логика. Дай мне дочинить генератор. Ника снялась с крюка. Удача плюс. Да. Я сама спрыгнула просто. Я бы поверил. Я аптечка. Но вот после этой фразы уже не поверю. Ну, Ника, она не работает, если ты так делаешь. Еще что-то могу? Да, еще что-то можешь. Становиться невидимым? Да. С дурацким колокольным звоном? Да. Ничего не умеешь быть в невидимости. Так я не умею быть в невидимости, если смысл выходить из невидимости с таким звоном. Черт. В смысле? Я не знаю. Ну, типа, представьте эту ситуацию в жизни. О, привет, да. Да, типа... В женской раздевалке дум... Просто привет, девочки. Обознаю. Пялиться можно и в невидимости. Да, как бы не обязательно стучать в колокол. Колокол. Привет из России. Это выглядит сложно. Может, она не играет за моего персонажа, давайте друг. Ну, она просто самая блестящая. Мне она вообще больше всех не нравится в этой игре. Мне больше всех не нравится Нэнси Виллер. Я не могу купить, тут какие-то золотые клетки, я без понятия. Ну, она просто уборда другая, а это так... Она у нее, она прям бесит, у нее такие поджатые губы, растрепанные перечески, две косички, как будто ей лет 10. Ну да. А еще они постоянно меня дебэкали. Ну так, я сейчас на тебе третью стадию наберу. И шанец. Почему? Не сразу. Ну. Потому что, скорее всего, ты не заметишь его, как он будет смотреть за тебя. Вы, может, будете учить новичков, а не глумиться над ними. Там подсказки между раундами пишут, читают. Он всегда ранен. Ну и у него пониженные стоны, и у него какие-то еще там плюсы. Он может встать. Он встать может, как Билл. А, он может встать? Да, только... полнейшая. Ну, типа, потому что если киллер знает, что ты не можешь никогда вылечить, значит, он знает, что у тебя этот перк, значит, он знает, что ты можешь встать. Ну да. Очень полезно. Да. Ну почему с той стороны ты решил выпрыгнуть? У тебя проблемы в этом мире, а? Ну? Куда? Что это теперь-то? Опять ловушка? Да пошел ты в жопу! Ну да, это мой смысл, свинья. Она самый лучший туннелер в игре. Я ее третий раз снимать не намерен. Первый раз снимать. Круто, круто. Ну, можно с шестого? Ты с... То, что хотя бы с шестого я смогу снять ловушку. Успею ли я? Я не успею. А как сняться-то с этой ловушки? Я вот... Вася, снимайся там. Что? Что? Васе повезло? Ты как там? Я Манчу. Манчу? А, я не знаю, какой генератор достал. Почему? Ой, ты выключился. Нифига, ты мансишь, ты что, бегаешь или вещишься, что это новый перк, да. На самом деле это был шприц. Вася, ты главное развлекайся с этим. Просто бегай от меня, когда ты его увидишь. Я с вами постою, что вы? Сейчас скилл-чеки начнутся проваливаться. А чё я-то? Я-то нормальный, как это Женя. Чё Женя? А чё я-то? Вот, пожалуйста. А я не запорол. А вот убийца. Я иду за ним. Ну пусть выбирает, чё. Я тут, не заходи сюда, дебил! А! Боже, Женя, 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 знаешь, что произошло? Да, меня... Да нет, у киллера... Да нет, у киллера гибель Франклина. А, он тебя выбил. Он не просто выбил, он... У меня аптечка упала на доску, которой я его оглушил. И она под доской сейчас.
И пока он доску не уничтожит, я аптечку подобрать не смогу. Да я не понимаю, есть смысл пытаться в этой игре вообще? Буба, пожалуйста, Буба! О, хороший пинг, Зеня, залог успеха. Буба, ты его Таней назвал опять? Ну, Жаня, Женя. Они есть у тебя? Ой. Хорошо, наверное, они у тебя всегда есть, только их надо использовать. Типа, подношение можно поставить только в подношение. Перки к фонарику можно поставить только к фонарику. Перки к аптечке можно поставить только к аптечке. Но ты все видишь, вообще-то. Перки убийцу или не отображаются у выжившего? Перки выжившего не отображаются у убийцы. Что такое? Вася пытался батарейку сунуть в ключ. Как? Получилось? Я не знаю, как здесь стелсить тогда, я не знаю, что за... До того, как киллер тебя заметит. Вася, нет, не сюда. Понял. Поет. Опа. Я взорвал генератор. Не за то, что... Она ушла. Я испугался несколько раз даже. Он еще и в подвале у Женя. Вася, не. Ребята! Ты что, снялся с крюка? Вась, нормально тебе за первый день? Вась на себя вспомнил, когда я за всю игру один раз взял свой раз. Да, она сломала мою ограду. Ты что, не можешь выйти из подвала? Там лестница наверх. Ну тут, блин, лестница! Всё, Жень, давай. Обратно. Весело. Играем в ДБД. Вы видели это? Я так хорошо мансовал. Так. Макароны. Потом нарежьте куриное филе и обжарьте на сковороде с растительным маслом. Добавьте грибы. Ну блин, у меня ни того, ни другого, ни пятого. Зато пельмешки есть и роллтон. Блин, у меня есть макароны и сосиски. Я купил к этому делу эту магию для макарон. А в итоге оказывается, что она для... Это соус для макарон. У меня нет сковородки, чтобы делать этот соус. У тебя же была сковородка. Мы ее отвезли обратно, потому что я не пользуюсь сковородкой. Ну привези обратно, что-то думать. Смысл? Блин, просто это домой отвезу, скажу, вот, знаете, выкусите. Почему ты не пользуешься сковородкой? Ты что, ничего не жаришь? Я не умею готовить. То есть не умеешь готовить? Это как? Вот по сравнению с тем, что готовит Илья, я не умею готовить. Ну то есть, конечно, Илья не делает там прям, я не знаю, рыбу-фугу в кляре, но... Кальмары в маслином соусе. Да, в маслином соусе. Это первое, что мне пришло в голову. Да, и поэтому... И бутылка вина сверху, и все, я любой ужин обеспечен. Он меня прикончил через окно, ты понимаешь? Да, понимаю. Я с доктором так играл. Чё? О, он меня потерял, серьезно? Или он просто не захотел меня преследовать? Да, чисто ради меня зашел. Теперь он будет играть тупо. Лол, он наступил собственно на капкан. Да ладно. Так, Вася убил, можно расслабиться. За что? Нифига ты там на самом краешке. Боже, что это? Что там, ты все удивляешься? У тебя как будто, знаешь, какой-то громкий передел сейчас был. Это не я и не ты. Я не знаю, что это сейчас будет. Чего ты взял, что меня? Ну, я думаю, ты не удивилась бы этому, если бы ты это сама сделала. Ну, вдруг это неконтролируемо было. О, это свинья, это свинья! Как ты знал, что это свинья? Видишь эти? Потому что она меня ударила. Если, как я узнал. По сторонам надо смотреть, чтобы не давать им пялиться. Вот он! Беги! Спасайся!
И я прям против тебя такая. А, блин, вот здесь! Классно! Ну, ты понимаешь, ты меня чуть-чуть не дочинила, я до сих пор раненый хожу с этого момента. Ну, лучше бы я тебя... Лучше бы я чуть не дочинила, чем я тебя убила. Вот твои так. Поддерживаем майонез хуйня и параша. Еее, Александр! Там такой шлепок был, как будто Женя смачно там развернул. Смачно подзательник вывесил. А, деревенщик. Алексей, он все еще с вами, потому что... Он за мной. Видишь, у меня иконка дрожит. Ну да, я думал... А, что... еще он лагает?! Это он, конечно, конец меня. Я от окна отбежал 2 метра, он меня ударил. Ну, не открывать телефон, сам проблема. Я другие открыл. Он меня потерял! От Клода тоже открыла ворота. Клода, прикрой меня, Клода, ты моя золотца, ты моя зайка, ты мой черный ураган смерчи. Прикрывай меня, Клода. Клода, я на тебя рассчитываю. Клода, ты мое все. Клода. Воротам бегу, я не знаю, что у вас там происходит. Ну, все, мы выжили, мы выжили с Клода. Что, он пройти не может? Здравствуйте. Как так-то? Вайс, это игра такая, ты... Да я не с вами, я про магию. Про магию? Магию. Ну, грибов нету человека, что ты не поймешь масштаб трагедии? Тут еще сыр просят. Ну, вообще, где вообще такой брать студенту? Сыр, грибы, сложно. Только знакомые ингредиенты написаны. Да, они знакомые. Я их видел на картинках. О, видишь, вот человека повели с первого раза, он точно не побежал к построечку, он побежал на открытое пространство. Лох. Да. Мне кажется, адреналин мне сейчас помогает. Как он тебе помогает? Как ты так смотрит, а там сердце такое в углу экрана. Может, оно помогает не убежать. Значит, любовь. О, я... Любовь. О, у тебя нету этого хекса или ты украинка? Не, хекс-то есть. Я его купил еще когда очень давно, короче. Я при очки поправить решил, как только сел за Гена, нету уже ключа. Они этого ждали. Ай, ну я. Меня чуть не сняли с этого, с генератора просто так. Но это не тот самый. Не, извините, один только наушник в ухе. А второй где, который скиллчеки должен слушать? Там где-то ключ валяется, ну, вдруг так поможет. Нет, не поможет. Мне ничего не поможет никого играть в эту игру нормально. Мне тем более. Но у тебя еще есть потенциал, у меня 800 часов, и вот видишь, что у меня есть. Мама. Я думал, он проверит этот скрафчик. Что это было? What the fuck? Ты мне шприц колол или что? У тебя не было шприца? Я вообще... Я к тебе даже не притрагивался, Ника. А почему я встала? Я не знаю. Устала лежать. Интересно, у меня есть сервайленс? Видимо, нет. Есть! У меня ускорение, тварь. Нет, это не она, это Клодит, наверное, какой-то. Или свинья, кто знает, кто такой. Вот, вот она здесь сидит, свинья. Я ее ослеплю, пока она там думает, что происходит. Я думаю, она в шоке. Ой, забавно. А что она не вешает? Да-да, помню. Да, у меня такая же хрень была, за Майкла я играл. Багованные крюки. Вау. Супер. Кого? Обожаю. У меня сквозь стену крюк на метр вообще, это ж... Эй, подожди, не бей! Ты не бей, я почти дочинил!
Так, как снимать-то? Привет, ребята. Блин, почесаться нельзя. Не. Два раза нельзя почесаться. Он на меня посмотрел, такой, блин, опять он не ушел. Но я вывожу на другой край карты. Хорошо, я щенюген. Он промазал. Ну бегай, бегай. Два раза промазал. Три раза промазал. Подожди, там. Он ушел! Все! Сдался парень. Три раза промазал и ушел. Надеюсь. Ух ты ж, блин. Женя! Женя! Она даже не ударила тебя. Я не понимала, что происходит. Я приветствовал. 17-й, вообще не туда. Вообще не туда. Да, но после этого в эту игру и заиграть не захочешь. Что это за... 11-й, 12-й, 15-й. Какой, блин? 5000 бладпоинтов! У него 5000 бладпоинтов. Она сейчас еще 18-й уехала, я подозреваю. Она, кстати, меня мимо крюка повесила. Она меня за подмышку зацепила. Я не знаю, могу руку просто поднять, по-моему, и упасть вниз. Я спросил, как меня зовут. Я сказал Илья. В принципе, это единственное, что я успел сказать. А потом? А потом в тебя кинули торт. Ну ладно, понятно. Капец, все бегут, просто орут, понимаешь? Да. Классно играть против такого маньяка, да? Просто, понимаешь, вот такой маньяк ходит по карте, а все просто бегут и орут. Он такой смотрит, откуда орут, и идет туда. А он вообще встать может. Когда-нибудь мы перестанем орать и наконец-то сможем поиграть. Ага, мечтай. Ничего себе вот это. О. Просто хорошо играем. Я кроме криков вообще ничего не слышу, даже генераторов не слышу. Как мама идет. Держит голос. Это такая перекличка. Такой хор мужиков просто. Да, молодец! Молодец, мать. Ты чё, парень? Я вообще тут перезаряжаюсь, ты. О, прямо краешком. Вау. Вот так, кстати, я бил. А, ну как бы. Сейчас попробую замансить, погоди. А, сейчас трипл будет, окей. Я замансил в дерево, ага, в дупло залез. Ну да. У меня вообще никаких претензий понятно. У меня есть сюрприз. Да, поэтому их поработила сущность. А, это перк Майкла Майерса. А, что происходит? Подожди. Подожди, а подожди, он... подожди, да, 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 о, да! О. Может, я ему понравился, слушай? Ай, судя, потому что он меня шарахнул током, видимо, я ему не понравился.